Нет времени, а в магазинах очереди. Выставка-ярмарка «Кубань. Рождественский базар» собрала в одном месте все, что необходимо для праздника. Широкие ряды в выставочном центре отеля «Жемчужина» ломятся от яств. Здесь огромный выбор различных деликатесов от более чем 100 производителей. В Сочи они приехали из разных регионов страны и привезли лучшие. Широчайший ассортимент рыбной продукции. У нас здесь устрицы, у нас икра, у нас деликатесы, у нас раки, живая рыба, копченая, соленая, мясные деликатесы, сыр. Все, что вот нужно нам сегодня для того, чтобы вкусно и качественно встретить Новый год, все здесь есть на прилавках от наших производителей. Девиз выставки ярмарки «Все российское на стол» во главе стала «Щедрая Кубань». Поэтому особое место среди производителей российских продуктов здесь занимают производители Краснодарского края. Как известно, кубанская экологически чистая продукция славится высоким качеством и конкурентоспособной ценой. Большой популярностью у посетителей выставки пользуется дегустация продукции компаний-производителей. А это молочная продукция, грибы, специи и приправы, чай, кофе, мед. Здесь же огромный выбор подарков, игрушки, ювелирные изделия, одежда, аксессуары, в том числе праздничные, елочные украшения, украшения для интерьера, пиротехника, карнавальные костюмы. По традиции свечи, иконы, постная трапеза. Гостей выставки помимо обилия товаров ждет и много сюрпризов. Шоу-показы праздничных коллекций, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничные гуляния и конкурсы. Ежедневно у нас розыгрыш лотереи для посетителей и для покупателей. Мы сделали акцию, где можно выиграть еще до Нового года отличный подарок – это смартфон. Оптово-розничные выставки «Кубань» и «Рождественский базар» открылись на 4 дня и ждут посетителей до 24 декабря включительно. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.